Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «48 часов». Сюжет. В центре сюжета – оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. Волею судьбы им зачастую достаются самые горячие дела, расследование которых нужно завершить в течение ближайших 48 часов. На кону либо престиж страны, либо человеческая жизнь. И если опера не поторопится, то основной подозреваемый сможет уйти от правосудия и успеет уничтожить улики или свидетелей. Пятая серия. Ничего личного. Прямо со школьного двора похищают 7-летнюю Свету. Отчиму девочки поступает звонок. У него требуют 10 миллионов рублей, крайний срок – 2 дня. Таких денег у семьи нет. С чем связан киднеппинг? Лукьянов ищет возможные мотивы. Шестая серия. Чужое сердце. Лапин забирает из депозитария деньги от продажи квартиры, чтобы срочно перевести их в немецкую клинику, на операцию жены по пересадке сердца. Но его бьют трубой по голове и грабят. Жена Лапина теперь обречена. Лукьянов начинает расследование. Седьмая серия. Цена обмана. Важную свидетельницу, находящуюся под охраной полиции, похищают. Суд через 48 часов. Выясняется, что показания она должна давать против собственного мужа. Он становится главным подозреваемым. Восьмая серия. Смерть в подарок. Жена профессора случайно берет в руки телефон мужа. Через несколько секунд она умирает от отравления. Смертельные угрозы в адрес профессора продолжаются. Кто хочет убить химика ядом, который, по его утверждению, давно уничтожен? Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется. Где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.